فسكتت عن الكلام المباح، وفي الغد قالت: بلغني أيها الملك السعيد، قم ناديني إن ناديك الصبح صاح عيون الليل في الآفاق لاح وعيون الليل في الآفاق لاح فاسقنيها غرد الطير وناح أمد مان أهيالا لي Багдада, все спокойно. Не оглядывайся. Иди. Спите, жители Багдада, все спокойно. Аш масамат ю-ю, масамат мисимат ю-ю, мальвиал тимниат ю-ю, тимниат ми-ю. Кади яш масамат ю-ю, масамат мисимат ю-ю, мальвиал тимниат ю-ю, тимниат ми-ю. Имя. Имя. Звезда Сухаин, скажи мне имя! Аладдин, сын Али, Аль-Маруфа. Аладдин, сын Али. Аль-Маруфа. Уважаемый мастер увлажнения улиц, не знаешь ли ты,
Аладдина. Сына Али Аль-Маруфа. Аладдина? А может быть, тебе нужен Карим, который в прошлом году упал в Арейк и ходил голый по городу, а? Или, может быть, ты имеешь в виду Хусейна, который однажды затащил своего ишака на минарет, и Аллах покарал его за это, сделав его кривым на один глаз, а? Куда же ты? Постой! Уважаемые мастера, это и наилучшие из игр, кроме игры в кости. Не скажете ли мне... Уважаемый, не скажешь ли, где мне найти Аладдина, сына Али Аль-Маруфа? Багдад, город большой. Антавантума Ану. Ты считаешь второй час, а денег не платишь. Уважаемый хранитель мудрости. Эй, жители Багдада! Скорей, чужеземец, скорей! Красавица, красавица! Несравненная царевна Гудурт изволит отправиться в баню! Напоминаю, что посмотрит на царевну, тому отрубят голову!
хочешь? А чё? А, пусть он на меня посмотрит. А ему же отрубит голову. Ну и что? Эй! Юноша, открой глаза. Открой, открой. Останешься без головы. Хочу, чтобы на тебя напал лев. Я его убью. И чтобы загорелся весь Багдад. Я бы вынес тебя из огня. И чтобы землетрясение, и чтобы все провалились. Остались бы только ты. Отрубите ему голову. Мустафа! Руби! Царевну Будур! И сейчас ты пойдешь свататься к султану. А вчера он сказал, что летал на драконе. Не здесь ли живет избранник счастья и хан удачи Аладдин? Аладдин? Мой сын? Это посылает тебе твой дядя. Я не знала, что у моего Али был брат. Не здесь ли живет Аладдин, сын Али Аль-Маруфа? От дяди. От дяди. Сейчас за этим вернуться. Где мой брат? Где мой брат Али Аль-Маруф? Али Аль-Маруф умер и погребен 3 года назад. Я ошибся.
султан Ар-Раддин Вас-Вас. Я был его лучшим другом. О, несчастный мой брат! О, горька и жестока моя судьба! 40 лет я скитался по свету. 40 лет я думал о том, как вернусь домой, заключу брата в объятия. Ну, у Майвали не было брата. Так это целая история, почему он думал, что я умер, и никогда меня не вспоминал. Я когда-нибудь расскажу ее. Где? Где было любимое место покойного? Али! Али! Где мой племянник Аладдин? А теперь, мой возлюбленный племянник, скажи мне свое самое сокровенное желание. Я исполню его. Он попросит у вас луну с неба. Только что посылал меня сватать. Кого бы вы думали? Царевна Будур. А может быть, в него вселились джинны? Я его вылечу. Оставь нас. Знай, 40 лет я обучался алхимии и волшебству у лучших магов Магриба. 40 лет я потратил на то, чтобы сделать 5 волшебных порошков, открывающих двери темницы, дурманящих разум. Ханного хинна, хинного хонна, хонного ханна, хан. Мимоно, доверься мне, я тебе помогу. Мы куда, дядя? Заколдованный город. А зачем? Знаю, возлюбленный Аладдин, тебе одному суждено проникнуть туда, откуда не возвращался ни один смертный. Там хранится старая медная лампа. Повтори. Старая медная лампа. Ты принесешь ее мне, и твои желания исполнятся. Вахлан, Вахлан, Вахласлан, Вахлаалкадыр. Хамел вас, вас тогда, я маломац. Вахлан, иди. И ты попадешь в тень города и в город теней. Я Шамху! Иди! Не бойся! Чихнул. Выходи!
Удивительно! Невероятно! Сказал правду! А что ж тут невероятного? Мне нужна лампа, я про это сказал! Что делать? Не знаю. Эй! Где вы там? Куда вы все подевались? Молчи. Не мешай нам думать. Возьми лампу, она твоя. А где она? Покажи ему дорогу. Сюда! Почему дядя хотел меня убить? Он не дядя. Он злой магрибский колдун. Колдун? Мы, джинны, давно его знаем. Приказывай. Что? Ну как что? Удавить его? Утопить? Стереть в порошок? Нет, нет, что ты, зачем? Пусть уходит на все четыре стороны!
на четыре стороны. Хо-хо-хо. Слушаю и повинуюсь. Я не хочу! Да будет с тобой милость Аллаха. Вставай. Пора печь пирожки. Да, Аллах подарил нам сегодня хороший день. Сейчас бы палочку шашлыка. Я не знала, что ты такой шутник. Сама ты шутница. Кто разжег печь? Не. Слушай, я не знала, что ты умеешь делать пирожки. Я прожил 85 лет, но ни разу в жизни не делал пирожков. Возьми пирожок. Благодарю, джины не едят пирожки. А что едят джины? Ничего не едят. Познакомьтесь, это мой друг Джин. Я лучше побуду в лампе. Ведут его до добра. Запомни, я ничего не видел. Я тебе скажу больше, и ты тоже ничего не видел. Мы оба ничего не видели. Знаешь? Почему я прожил 85 лет? Потому что все время, говорил Богдане, все спокойно. Чтобы дожить до 100 лет, изучай добродетель, ибо основа всякого блага в обуздании души и смирении, и набожности, и невинности, и терпеливости, и стыдливости. Каждому следует знать, когда нужна стыдливость, а когда бесстыдство. И поступать так, чтобы приблизиться к благу, ибо сказано, предпосылка блага – стыд, а предпосылка зла – тоже стыд. Выйди-ка на минутку. Ты меня слушаешь? Да. Я кто? Это ты кто? Я кто?
Я? Вот ты кто? Царевна Будур. Кто? Царевна Будур. Этого еще не хватало. Кто там бормочет? Откуда все взялось? Это один бездельник. Наслушался глупых сказок. Иди сюда. Иди сюда. Что это? Это? Горшок. О! А это что? Это? Это печь. Где пекут пирожки? Хоп! Хоп! Поняла? Нет! А это что за невиданное чудовище? Это не чудовище, это коза. Это из которой сыр? Сколько тебе лет? 16. Когда мне было 3 года, я уже знала, что такое коза. Кого-то ищут. Может быть, в наш город вернулся бандитский вор. Тут не одного ищут, а целых 40. Сказать мне. Что? Это мне говорили 17 принцев. Бедненькие, бедненькие. Я им всем отказала. Значит, нет. А почему нет? Попробуй, пойди к моему отцу. Посватай меня. И ты скажешь да? Откуда я знаю, что я скажу? Что придет в голову, то и скажу. Царевна здесь! Опять ты? Вяжите его! Да простит меня царевна Будур. Осмелился дважды увидеть царевну великий султан. Да! Султан! Поистине удачи, что мы с тобой встретились. Я прошу отдать мне в жены царевну Будур. Что он сказал? Мой язык отказывается повторить. Видишь ли, твоя дочь и я нравимся друг другу. Но она не может выйти за меня без твоего позволения. Слушаюсь.
Великий султан спрашивает, а известно ли тебе, юноша, что 17 принцев... 18. Что 19 принцев со всех сторон земли приезжали свататься к царевне Будур? Да, она мне об этом говорила. А здесь ли тебе, прежде чем свататься, надлежит султану преподнести подарки? Ты говоришь о рубинах и изумрудах? Именно! Верно, именно. Я совсем забыл. Сейчас подарки доставят. У тебя что, дома зарит клад? Да никакого клада у меня нет. Просто у меня есть один знакомый джин. Кто? Джин. 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 Сиди, сиди. Темницу его. Наша, мы разгневаны. Это я разгневана. Ты отказала всем принцам, и принца уже не осталось. И не надо. И это для того, чтобы попасть в лачугу какого-то оборванца. Не называй его плохим словом. А как же мы его должны называть? Аладдин. Аладдин. Тьфу! Мы станем называть по имени каждого бездельника и нищего. Молчать! Кому молчать? Нам? Сейчас же отпусти его и попроси у него прощения. И это последнее, что ты сказал. Клянемся, сегодня же отдадим тебя замуж. Только попробуй. Попробуем. Попробуй. Попробую. Попробуй. Попробую. Попробуй. Так. Запомните и запишите. Запишите. Мы отдаем дочь свою и полцарства за... 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 того, кто первый войдет в эту дверь. Отныне полцарства, и дочь наша принадлежат твоему сыну.
Ой! Прочь! Держи царевну! Никто не может дать нам должный совет. Есть способ. Говори. Раз царевна Будур попала в Багдад и там набралась дурного, значит, надо ее уговорить, что она не попадала в Багдад. Как так? Царевну надлежит убедить, что это был только сон. Раз это был сон, и с ней ничего не случилось, она опять станет послушна. И сердце великого султана возрадуется. А что скажет наимудрейший? Поистине сон не есть не сон, а не сон не есть сон. И так не про сон сказать, что это сон, все равно, что про сон сказать, что это не сон. Говоря коротко, про не сон сон или сон про не сон. Повелеваем. Про сон сказать, что это не сон, а сон это про не сон. Про... Царевна нигде не была. Ей все приснилось. Все поняли нас? Пошла! Ой! А еще я видел сон, что учу крокодилов читать по-фарсидски. А еще я видел сон, будто я минарет, а на моей голове кричат муэдзины. А еще я видел сон, что мои волосы ушли на базар покупать гребешок. Ну и что? А то, что ты видела того оборванца, тоже во сне. Неправда. Если бы это было во сне, как мог Мубарак вцепиться в него? А, Мубарак? Ага. Мубарак!
Мубарак! Говорят, что ты вчера вцепился в какого-то оборванца. Кто? Я? Когда? Я вчера нигде не был. Я был на охоте и убил... Да. Льва. Льва, да! А. Как же так? Я же помню. Я была в Багдаде и видела козу. Кого? Козу. Не смейтесь, я говорю правду. Еще сам Мустафа привел меня во дворец. Ах, Мустафа! Мустафа! Говорят, что ты вчера... Кто? Я? Я 2 дня лежал дома. У меня болела челюсть. Пусть меня разорвет шайтан, если я вру. Дочь наша, буду. Мы не разгневаны. Как хорошо, что ты пришел. Дочь наша. Скажи, ведь это было? Ты же ругал меня за Аладдина. Я тебя ругал за принца. За принца. Абу Абдулла ибн Абдалла. Халиф Иса ибн Муса. Абу... Да нет же. Аладдин. Аладдин. О каком Аладдине ты говоришь, дочь наша? Аладдин. Как же так? Аладдин! Значит, я спала. И все это был сон. Завтра ты уже будешь без головы. Да. Еще какие вести? Еще? Слышишь эту музыку? Я женюсь на царевне Будур. Ты здесь? И повинуюсь. У тебя совесть есть? Что? Как тебе не стыдно? Зачем ты позволил схватить Аладдина? Надо было потереть лампу. А ты что, сам не мог догадаться? Это не мое дело. Я знала, этим кончится. Волосок моего сердца, мой верблюдок. Ты сел один обратно! О. Возьми свою лампу и джина, чтоб я их больше не видела. Я тебе покажу,
будут драконы. Я тебе покажу, царевна буду. Только бы не коза, только бы не коза. Лампа будет моя. Снимите меня! Эй! Мубарек! Что ты там делаешь? Слезай! Не могу! Снимите меня! А как ты туда забрался? Не знаю. Не снимайте его! Прыгай! Не могу! Зачем ты туда забрался? Я не забирался. Лжешь! Все видели, что ты там сидел. Разобрался, скажи, что забрался. Забрался. Прости, великий султан, неразумное дитя. Это он по молодости и излишнему усердию. Хорошо. Оставим их еще раз. Останься. Опять улетит. Пусть только попробует. О, звезда! О, звезда моих очей! Спокойной ночи.
главного визиря. Какой хитрый джин. Зачем сыну визиря забираться в горшок? Дорогу великому султану! Итак, сидящий в горшке утверждает, что он мой сын. Эй, кто там? Мубарек, это ты? Эй, разогнать всех! Разогнать! Зачем ты залез в горшок? Я не залезал. Подлый лжец! Мы все видели, ты там сидел. Зачем ты залез в горшок? Залез он или не залез, это нас уже не интересует. Если ему больше нравится целый горшок, чем полцарства и рука дочери моей Будур, пусть лазит по горшкам. Да возвестят в Багдаде. Отныне сын визиря и царевна Будур больше не муж и жена. Десять тысяч лет живу, никогда так не смеялся. Давай еще посадим кого-нибудь в горшок. Подожди, есть другое дело. Почему? Потому что, когда я проснусь, и тебе не окажется, это будет так печально. Постой! Сон. Просто у меня есть один знакомый джин. Не веришь? Потри. Значит, это не сон, а просто волшебство? Все. Поклянись. Это у вас женщин клятвы. А у нас джинов каждое слово правда.
тогда принеси мне персик. Значит, это не сон. Значит, все было. Они меня обманули. Что это? Зачем это все? Свадьба. Чья свадьба? Наша. Не мешай. Салам. Жужи, жужи. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Салам. Откуда это все? Что это значит? Это значит, что ты спишь. То есть, как я сплю? А так. И они тоже спят. Ой. И я. Все мы спим и снимся друг другу. Сейчас будет свадьба. А вот мой жених. А ну? Ага. Ты же в темнице. Вот видишь, теперь ты сам понял, что это сон. Не путай нас. Что скажет визир? Пусть сначала наимудрейший. Что скажет наимудрейший? Поистине пути всезнания неисповедимы. Осознание знания есть признак незнания, осознание незнания. А почему я? А почему я? Ой! Коза? Да, коза! Это моя коза. О, смотрите! Не бойся, это сон. Дай я ему объясню. Встань. Смелей! Да не бойся ты. Не бойся, здесь можно все. Мы друг другу снимся. Понял? Не понял. Да не бойся ты, не бойся. Вот посмотри, я тебя толкаю. А теперь ты меня толкни. Ну толкни. Как хорошо. Садитесь, дорогие гости. Свадьба так свадьба. Все равно сон. Садитесь. Погляди на него. Где он сейчас? В темнице. Ему отрубит голову. Да. Кстати, когда проснемся, этому тоже отрубите. И тому, и отрубят. А сейчас он что? Жених на свадьбе? Да, ему хорошо, и нам всем хорошо. Хорошо на свадьбе. Жених отрубят. Когда у меня с твоим отцом была свадьба, это было не во сне. Отдай лампу. Не отдам. Я не хочу. Так, отдай. А я хочу. Не ссорьтесь. Я тебе подарю прялку. А что это такое? Посмотришь, тебе понравится. Thank you.
Нет мне пощады, нет прощения, возлюбленный племянник мой. Убей меня, как ядовитого пса. Тогда я сам убью себя, и Аллах меня покарает. Ну, что же ты медлишь? Считаю до трех. Раз. Два. Плохой сон. Надо проснуться, да. Два с половиной. Погоди, не омрачай свадьбу. Два с четвертью. Погоди. Погоди. Ладно. Прощаю. Почему нас не восхваляют? О, несравненный султан, затмевающий блеском солнце, и все светила, и всех владык мира. Мои дорогие, это нам нравится. Ну, я пошла доить козу. Отдай лампу. Я дам. Отдай. Я дам. Отдашь? Неужели ты не понимаешь? Я хочу, чтобы наша свадьба была на самом деле, а не во сне. Она и есть на самом деле. Не отдашь. Уйду. Ой. Значит, не любишь. Уходи. Уходи. И забирай свою лампу. Выходи. Не выйду. Входи! Не выйду. Чашем хум! Все, шайтан один вас. Что надо сказать? Слушаю и повинуюсь. Кто ты такой? Я раб лампы. Повтори. Я раб лампы. Громче. Не слышу. Я раб лампы. А! Теперь свадьба продолжается. Жених. Я. Ой. Ой. Султан! О, великое чудо! Слава новому султану! Ассаламу алейкум! Поистине таких не видел мир. Самый мудрый султан среди всех султанов. Это да, самый мудрый. Великодушно. Прости. Но я должен тебя убить. Убей. Я твой друг. Но я раб лампы. Да-да, конечно. Я раб лампы,
но я твой друг. Так раб или друг? Ох. Вылезай в кувшин. Зачем? Будешь жить в кувшине, не хуже, чем в лампе. Но джинны не живут в кувшинах. Ты будешь первый. Ну как? Потри меня. Слушаю и повинуюсь. Мне приснилось, что я был султаном. Не отвлекайся. Ага. Выходи! Выходи! Ой. Мне приснилось, что я доил козу. И как звезда, и как со звезды льва среди простых львов сверкает имя нашего великого... Изменник! Они тоже... Thank you.
Саша! Удур! Заходите. Богдане, все спокойно. Богдане, все спокойно, спокойно, 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 спокойно. Богдане, все спокойно, спокойно. Детям до 16 лет. Спокойно.